Приветствуем с прибытием на родную землю. В шортах приехал. We'll be right back.
больше устраивает. Да. 0-0. Ушел. Начали считать. 1-0. Ваня, я должен добежать. Ну, сон дал. Нет, так они подозвали и не будет. Это было потеря. Я знаю, что это работает. Первый раз два потеря.
Этот кому тоже надо два мозга. На море можно две только мозга. В нормальных номерах живут. Можно вы тупо. Тоже на дикарами они все моют в море. Не, я помню, мы с дикарами, у нас была своя вода. Да, кстати. Ну многие моют в море. Приезжайте. Да, 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 да. Уже мы начнем с ним танцевать брейк-данс, как он мне говорил сам. Поэтому первый курс готовимся, репетируем. И быстренько к нам, пожалуйста, подходим. Мы скоро будем начинать. Мы даем вам на подготовку 5 минут. Ни больше, ни меньше. Ровно 5 минут. Уже 4.56. It ain't no thing. Вот я уже вижу, к нам подходит Судрада, которую мы так все любим и уважаем. Не все, конечно, но есть такие люди. Thank you.
первокурсники, мы приглашаем всех к нам сюда на сцену, чтобы начать наше торжество, которое посвящается нашим любимым первокурсникам. Поэтому заканчиваем играть в волейбол. Подходим к нам. Уважаемые жюри, присаживаются на свои места. Те, кто жарит шашлыки, могут оставаться на своих местах. Мы вас не тревожим. Это такое дело нужное. Поэтому все первокурсники, располагайтесь как можно удобнее. И мы будем... Без Синчишин, подойди сюда. Итак, дорогие друзья, все готовы, да? Давайте все вместе поаплодируем, чтобы я знал, что вы готовы, и мы будем начинать. Вот так. Хорошо. Ну что ж, добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Мы приветствуем вас всех на этом замечательном мероприятии, которое посвящается специально нашим любимым первокурсникам. Сегодня мы находимся с вами на водной станции, где будет происходить наше действие. Давайте все вместе поаплодируем, весь физмат покажем, что мы такие дружные и любим друг друга. Да, и хотелось бы сразу обратиться к нашим первокурсникам. Я так понимаю, они здесь, у нас, да, старшие курсы по ту сторону. Первый курс, давайте поаплодируем, покричим, чтобы мы знали, что вы готовы. Вот так. А старшие курсы поаплодируют? Ну, все понятно, старшие курсы еще не проснулись. Стипендию получили, да, вчера, все, можно погулять чуть-чуть. Жюри у нас... Ну, я же тоже учусь в университете, я знаю, что стипендия приходит. Жюри у нас тоже есть? Готово? Давайте поаплодируем жюри. И все вместе поаплодируем нашему уважаемому жюри. Да, знаете, первый курс, ну, такая замечательная пора, да, я сам помню себя на первом курсе, когда я ходил такой перепуганный по университету, искал аудитории, да, ждал первую стипендию, которая вчера пришла, да, всем пришла? Я не слышу, всем пришла стипендия? Или все на контракте учатся? Да? Все на контракте учатся и всем стипендия приходит. Ну это хорошо, это здорово. Первый раз такое слышу, конечно. Это только на физмате, наверное, такое. Ну и знаете, первый курс, ну, вот я еще вспоминаю свой первый курс. Самое прекрасное время, это когда приходит стипендия, да, но еще самое прекрасное время, когда в конце недели тебе звонит мама и говорит: «Сыночек, я передала тебе передачку, на автовокзале приедешь, зустринешь». Вот, вот эти самые теплые слова, которые можно только услышать. Я думаю, все, многие из вас приезжие тоже ждут этого звоночка, да? Есть такие у нас, которые ждут передачку от мамы? Или все городские тут у нас, да? Ирина Евгеньевна даже ждет передачку от своей мамы, да, которая должна вот-вот уже прийти. Ну и, дорогие друзья, хотелось бы провести небольшую перекличку, чтобы мы знали, кто у нас сегодня есть из первокурсников. Есть у нас, да, кто-то из первых? Физики здесь? Нет. Физики, алло. Математики. Громче, мы вас не слышим. Физики, наверное, учат физику дома, да? Информатики. Есть у нас информатики, супер. Программная инженерия. О, есть парни в черных футболках, в черных шортах, штанах. А кибернетики здесь? И кибернетики есть, супер, здорово. Ну и давайте все вместе теперь поаплодируем, ведь мы все физмат и очень дружная семья. Вот так, здорово. Ну и, конечно, мы сегодня собрались, и хотелось бы представить самых важных персон, которые сегодня присутствуют в нашем зале таком импровизированном, да? Это наш декан Кузьмич Валерий Иванович. Давайте поаплодируем ему. И замдекан по воспитательной работе Черненко Ирина Евгеньевна. Ей тоже аплодисменты, дорогие друзья. И мы приглашаем Валерия Ивановича к нам сюда на сцену для приветственного слова. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Шановні первокурсники, старшокурсники, діди вже, да, крутые. Ми щорічно проводимо таку, таку посвяту на перших студентів першого курсу. Це вже років шість проводиться. І воно з кожним роком все веселіше і веселіше.
Ви вже майже місяць провчились тут, вже трошечки знаєте, куди, в яку сторону двері відчиняються. Тепер ви знали, як можна попасти на нашу водну станцію. Вона так по-старому називається водна станція. Тут гарно проводити дозвілля. На наступний рік знову приїдемо сюди. Ви вже будете як діди, старі, все таке. І перший курс будемо поздоровляти. Мені хочеться побажати вам не тільки, щоб ви гарно вчилися. Перший курс завжди гарно вчиться, тут бажати нема чого, вони ще бояться. Ну, от ведучий сказав, що він сьогодні получив першу стипендію за стільки років, да? Перший раз? Ну, я вам бажаю, щоб ви кожен місяць отримували стипендію, та ще й підвищено, кажуть, там десь на 500 мільйонів стипендіальний фонд, це правительство додавало, так що чекайте, може і вам додавлять стипендію. От. Ну, а найголовніше, звичайно, це навчання і сесія, яка буде попереду, готуйтеся, вчіть, не пропускайте. Старші курси вже знають, що пропускати не можна, да? Знаю. Коротше, успіхів сьогодні повинні перемогти всі, і перша, і друга команда. Успіхів вам, покажіть, на що ви вмієте не тільки вчитися, а і вмієте відпочивати гарно. А тут ми, от замдекана, вона зразу відбирає. Я вже декілька помітив, старший курс вже знає, хто вже на сесії двойки получить, хто п'ятерки. От. А ви, дивіться, ми будемо відбирати кандидатів на молоду хвилю, хто вміє танцювати, співати і так далі. Там вам казали на першій зустрічі, пам'ятаєте, що не треба танцювати, не треба співати. Забудьте. Співайте і танцюйте. От. З викладачем добре, а якщо і з деканом ще краще, і замдеканом, то воно і ще краще буде. Ну що, успіхів вам і перемоги. Спасибо большое, Валерій Іванович, за такі теплі і прекрасні слова. Ну і хотілося б зараз познакомиться с теми, кто сегодня будет оценивать наших первокурсников, ставить им оценки за их прекрасное представление, да? Вітаємо! Декан факультету фізики, математики, інформатики Кузьміч Валерій Іванович. Зам декана з виховної роботи Черненко Ірина Євгенівна. Викладач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Кльонов Дмитро Михайлович. Випускниця та лаборант кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу Горбушина Олександра. Екс-голова студентської ради Маркова Анна. Голова студентської ради Ліщук Тетяна. Прямо у нас такой тандем собрался, экс-голова и голова, прям супер, здорово. Ну что ж, дорогие друзья, вот и пришло время переходить к основной части нашего сегодняшнего мероприятия. И сразу же хотелось бы познакомиться с нашими командами, поэтому мы приглашаем на нашу сцену представителей команды и представителей групп 111, 112, 121, 131 и 132 группы. Пожалуйста, друзья, под ваши аплодисменты встречаем наших первокурсников. Не стесняемся, выходим, выходим, да. Все свои. Наша команда исключение из правил. Мы хотим лишь пожелать вам себя на пять. Соревнуясь вместе с вами, мы останемся друзьями. Пусть борьба кипит сильнее, и наша дружба вместе с ней. Исключение исправим. Все, да? Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Это еще не все, мы пока что только знакомимся с нашими командами, это представление, визитная карточка. И сейчас я приглашаю на нашу сцену представителей групп 141 и 151. Пожалуйста, дорогие друзья, под ваши аплодисменты, конечно же. Только вы есть, да? От воссоединенных групп 141 и 151, положившим начало новой эры экономической кибернетики и программной инженерии, из последних сил представляем наших героев. Аплодисменты! Thank you.
all girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back, back again, again. Shady's back, back, so ваши аплодисменты, дорогие друзья, какие замечательные парни, артистичные. Вот сразу можно их на молодую волну с этим номером и отправлять. Все же согласны, да? Давайте поаплодируем нашим первокурсникам за то, что они предоставили нам такие замечательные визитные карточки. Ну и что ж, дорогие друзья, сейчас мы будем переходить непосредственно к конкурсной программе, которую наши первокурсники готовили. Напоминаем, друзья, что сейчас будут оценивать ваш артистизм, чувство ритма и музыкальный слух. Ну и право начать этот конкурс мы предоставляем первой команде. Поэтому давайте, дорогие друзья, к нам на сцену снова под ваши аплодисменты, дорогие друзья. У вас готово вообще-то все? С чего хотите, с того и начинайте. Все сразу показывайте. When you talk, all I hear is movie.
этот парень с гитарой, который танцевал и поддерживал наших девчонок. Аплодисменты отдельно нашему парню. Но это еще не все, да, я так понимаю? Вы еще поете, ну ничего себе. Мы еще поем. Мы запоем. Все, он поет. Хорошо, давайте, пока наши парни готовятся, вы ваши шуточки, давайте. Желудок крокодила может переварить копыта. Желудок студента может переварить желудок крокодила. Дайте студенту точку опоры, и он уснет. Студенты – это забавная разновидность людей, обитающая в вузах, известны своей бескорыстной любовью к стипендии. Опасаются преподавателей, которые, тем не менее, нужны им для добывания зачетов и оценок, которые они бережно складывают в свои зачетки. У студента, не добывшего вовремя зачет, может внезапно отрасти хвост. У некоторых студентов количество хвостов может достигать нескольких десятков. В особо запущенных случаях возможны охлаждения в виде смены окраски на защитную и последующее превращение в солдата. Жизнь студента проходит мирно с яркими вспышками к концу каждого полугодия. В это время они становятся особенно опасными и одновременно уязвимыми. Их можно узнать в очереди по магазине по красным глазам и трясущимся рукам. Они могут резко подойти к вам сзади и спросить, что сдают. После этого дернуть головой и уйти в себя. В этот период трогать студента категорически не рекомендуется во избежание психических травм, которые могут быть нанесены данному виду одним вашим неосторожным словом. Ученые рекомендуют при виде студента отойти на 3 метра и закрыть глаза. При невыполнении вышеописанного вы можете быть заражены опасным вирусом, тяга к нему к невринению. Но украинские студенты нашли способ лечения. Поделиться они могут с ним с любым, знающим пароль, что ты веришь. Студенты всеядны, однако предпочитают питаться дошираками, шоколадками и кофе. Несмотря на всеядность, студенты вечно голодны, поэтому дорвавшийся до пищи студент прожорливая борозубки, самого прожорливого из животных. А теперь вашему вниманию предлагается лексического словаря студента. Академия. Зазнавшийся институт. Белеет парус одинокий. Лектор в аудитории. Двоечник. Без вины виноватый. Девиз студентов. Так будем же вечно молодыми. Декан. Валерий Грозный. Диплом. Венец всей мудрости земной. Дорога из института. Светлый путь. Жизнь в общежитии. Как закалялась сталь. Зачетка. Библия студентов. Звонок на семинар. Что делать? Зелень. Студент первого курса. Знание. Сила, вызывающая деформацию мозгов. Конспект студента. Записки сумасшедшего. Курсовое собрание. Сорочинская ярмарка. Много будешь знать. Скоро состаришься. Мужик в атаке. Преподаватель во время опроса. Мы тоже были молодыми. Студенты пятого курса. Ответ у доски. Репортаж с петлей на шее. Отличники. Люди с чистой совестью. Передача шпаргал. Подвиг разведчик. Перерыв. Луч света в темном царстве. Пересдача экзамена. Место встречи изменить нельзя. Песня. Ответ студента на экзамене. Эту песню не задушишь, не убьешь. Пещера. Комната в общежитии. Повар на кухне. Кому на Руси жить хорошо? Подготовка к экзамену. И ночь. Подлиза. Студент на экзамене. Подсказка. Передача мыслей на расстоянии. Поездка домой. Свет далекой звезды. Поза мыслителя. Поза, в которой студенты списывают со шпаргалки. Правило 3 З. Знал. Забыл. Провал на экзамене. Временная посадка. Профессор и студент. Волк, ягненок. Саван. Белый медицинский халат. Сдача экзамена. Явка с повинной. Семинар. Ураган. Сессия.
Стихийное бедствие, отличающее завидной постоянностью. Стерильный студент. Студент не готов к занятию. Студент. Срочно требуется уйма денег. Есть нечего. Точка. Студент без шпаргалки. Садник без головы. Студент на контрольной. Премудрый пескарь. Студент не подсказывающий. Собака на сене. Студент подсказывающий. Свои люди, сочтемся. Студент после сессии. Живой труп. Студент у доски. В далеком плавании. Студенты в столовой. Истребители. Уход с лекции. Побег с каторги. Учение. Хождение по мукам. Фантомас разбушевался. Преподаватель на экзамене. Хор. Малогабаритный конспект учебника. Ой, ой. Хотела обмануть. Раскрыли. Шпаргалка. Малогабаритный конспект учебника и лекции. Шпора. Друг садника и студента. Спасибо за внимание. Давайте еще раз поаплодируем, дорогие друзья, нашим замечательным первокурсникам. Самое главное, что было им смешно от их же шуток. И сейчас они нам споют свою замечательную песню. Раз. Веселые ясочки, твое имя на руке. Светлые, поддержим нашу первую команду. Мне кажется, вот мы и нашли нового певца к нам на молодую волну, да? Сразу с гитаристом, да? Да.
Все, круто. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы приглашаем к нам на нашу импровизационную сцену вторую команду под ваши аплодисменты. Они выкованы из холодной стали. Хребет создан из карбонового волокна. От создателей DreamWorks Brothers. Ой. Простите, Warner Brothers и Paramount Pictures представляем трилогию «Зорька». Мне кажется, так было заметно. Я богиня дискотеки, я пуп мироздания, я сейчас в центре внимания, во мне вообще нету изъяна, я вся в Дольче Габбана, я сегодня в тренде, реально, и к тому же я танцую нереально. Only you can make all this world seem right. Only you Семен. Асміральна. Ви заблудитесь чи що? Я просто к бабушке приехала, а тут одно поле, и я не знаю, куда идти. А где тут можно словить такси? Кого зловить? Это на дощі написано. Я таки тільки по телеку бачив. Так и познакомились. Семен и Асміральда. Корова, где Зорька? Зорька, вернись! Зорька, верните Зорьку! Ты прям... Коли я її зустріти, я поняв, що вона моя корова, а я її пастух. Когда мы встретились взглядами, я поняла, что он мой Брэд Питт, а я его Анджелина Джоли. Тільки їй я можу довірити подоїти свою Зорьку. Її поцілунок солодше, чим утреннє парне молоко. Я поняла, что белый кот это не то, что мне нужно по сравнению с Семечкиной повозкой. Ты сегодня така сочный и пахнешь, как скумбрия с хлебом хозяйственным мелом и чесноком. Только Гугл и ты в этом мире понимаешь меня с полуслова. Любовь — это когда ты переезжаешь с Биг-Сити в маленькую деревень. Хацапетовка. Всем любви. Продолжение следует. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Однако в общежитии идет весьма неравная борьба за доширак. Где доширак? Отдай мне мой доширак! Давай! Я Бэтмен! За
время съемки трилогии мы настолько сплотились и нашли друг друга единомышленников, что решили станцевать для вас этот танец. Only ваши бурные аплодисменты нашей второй команде. Потому что я Бэтмен. Да, я думаю, мы еще надолго запомним нашу Зорьку, да, все запомнили его в лицо. Это здорово, супер. Ну что ж, дорогие друзья, это, конечно, хорошо, круто, что вы все подготовили свое домашнее задание, которое мы вам дали заблаговременно. И хотелось бы сейчас проверить, как вы ведете себя в экстренных ситуациях, как вы хорошо импровизируете. Поэтому мы приглашаем вас сюда, к нам, все команды. Все это две команды у нас сегодня. Вот, становитесь, пожалуйста, вот сюда вторая команда, вот сюда первая. Так что, мы вопросы по матанализу зададим? Чего бы и нет. Да, конечно. Сейчас Валерий Иванович подготовил специально для вас вопросы, как на... Вот, да. Я это повторить не смогу, но вы отвечайте, да. Хорошо, ну, дорогие друзья, все вы прекрасно знаете такую игру КВН, да? Все смотрят, вы знаете? Потому что они знают. Знаете? Хорошо, сейчас мы будем задавать вам вопросы. Есть такая игра-разминка там, конкурс такой. Быстро отвечать и смешно. Все правильно говорит молодой человек. Есть команда, которая хочет поучаствовать. Пожалуйста, давайте, приглашаем их сюда. Давайте немножечко подвинемся. Да, иди сюда. Вы чуть-чуть тоже стоите в центр. Зорьку в центр, пожалуйста. Как ваша команда называется? Сборная бывших победителей. Вот а где вы побеждали? Тут и побеждали. Вот тут прям? Прямо на этом месте? Прямо тут, да? Ну, это хорошо, да. Только ты побеждал или вся команда? Все по разу, да? Это хорошо.
Ну, смотрите, дорогие друзья, сейчас мы будем задавать вам вопросы. Вы будете выходить вот сюда на тропинку и отвечать. Смешно, самое главное смешно, больше никаких критериев нет. Все готовы, да? Условия всем понятны? Ну давайте, дорогие друзья, поддержим наших команд, наших первокурсников и победителей. Вечно победители, вечно побежденные, да? Побежденные или победители? Побежден. Он не с вашей команды, понимаешь? Хорошо, дорогие друзья, итак, первый вопрос, пожалуйста. У студентов две приметы. Выпал снег, скоро сессия. Растаял снег, скоро сессия. Во всем виноват снег, в общем. А какие приметы есть у вас? Как обычно на разминке, мы даем вам на раздумье 30 секунд, но кто быстрее придумал ответ, тот и выходит первый, отвечает. Жюри тоже у нас может участвовать, поэтому не сидим на месте, думаем ответы. Так же, как и все присутствующие в этом месте. Если у кого-то есть смешной ответ, то, пожалуйста, выходим и отвечаем. Можно на фончик какую-то музыку включить, пока наши студенты думают. Главное, потише обсуждайте, чтобы другие команды не слышали. Есть, да, ответ? Есть? Хорошо, давай. Задавай еще раз вопрос. У студентов две приметы. Выпал снег, скоро сессия. Растаял снег, скоро сессия. Во всем виноват снег. А какие приметы есть у вас? Выпал снег. Холодно. Хорошая примета. Ну это в принципе логично. Да, можно поаплодировать за логику наших студентов. Все у них хорошо с логикой. Значит и с матанализом тоже будет все прекрасно. Есть ответ? Ну такое, ну давай отвечай. Выходи на центр, конечно же. Поддержим. Команда поддерживает, конечно. Вы же уверены в своем ответе. Пожалуйста, давай, задавай вопрос. У студентов две приметы. Выпал снег, скоро сессия. Растаял снег, скоро сессия. Во всем виноват снег. А какие приметы есть у вас? Ну, у нас во всем виновата стипендия. Пришла стипендия, не пошел в универ. Не пришла стипендия, тоже не прошел. Вы вообще не ходите в универ, да? Ну, они победители просто по жизни. Победители в университет не ходят. Аплодисменты, дорогие друзья. Смешной ответ. И третья команда у нас. Есть ответ какой-то? Минутку? Ну, я 30 секунд вообще-то давал, уже минутка, да? Хорошо. У вас еще есть ответ? Нет. Можно думать еще ответы, если у вас есть время? Есть, да, хорошо. У студентов две приметы. Выпал снег, скоро сессия. Растаял снег, скоро сессия. Аплодисменты, дорогие друзья. Ну, ответ есть ответ, да? Наши уважаемые жюри делают себе заметочки, у кого было смешнее, да? И, дорогие друзья, еще раз хочу повторить. Если у кого-то вы услышали похожий ответ, то придумайте что-то свое, да? А то у всех стипендия. Ну, да, надо как-то разнообразить, да? Ну, у вас холод. Я за вас ничего не говорю. У вас вот... Это хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, двигаемся дальше. И вот такой вопрос. Чем отличается студент от преподавателя? Зарплатой? Можно посчитать это за ответ, да? Может, у жюри есть какие-то варианты ответа? Нет? Давайте думаем, дорогие друзья, чем отличается студент от преподавателя? Победители у нас какие-то не победители. Сейчас все будет? Ну, я надеюсь. Есть, да? Аплодисменты, конечно, команда поддерживает своего друга. Чем отличается студент от преподавателя? Ну, если студент не приходит на пару, то студент идет в армию. А если преподаватель не приходит на пару, то пары не было.
Все правильно, все логично, как обычно у нас. Логичные ответы. И смешные, конечно же. Есть у нас ответ? Есть, здорово. Два микрофона, хорошо. Чем отличается студент от преподавателя? Итак, записываем. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Физмат, я не знаю, что я здесь делаю. Это был студент, который говорил теорему, да? А это преподаватель, я понял. Вот так смешнее, да, будет? Засчитаем такой ответ, хорошо. Самую сложную теорему выбрали, такую, какую вспомнили со школы. Есть у нас еще ответ? Давай, Зорька, я в тебя верю. Давай, отдувайся за всю команду. Преподаватель на паре. Студент на паре. Аплодисменты, дорогие друзья, хотя бы за то, что упал человек. За это тоже можно аплодисменты. Ну и двигаемся дальше, дорогие друзья. Расшифруйте смешно аббревиатуры ХГУ и ФФМИ. Если кто не знает, ХГУ – это Херсонский государственный университет, а ФФМИ… Ну, так смешно нужно расшифровать, как-то по-другому. Херсонский государственный университет так и расшифровывается вообще-то. Напоминаю, что наши уважаемые зрители тоже могут участвовать, поэтому кто придумал... Есть у нас, да, смешной? Супер, здорово, пожалуйста, к нам на сцену. Расшифруй смешную... Какую будешь аббревиатуру расшифровать? ХГУ, давайте слушаем. ХГУ. Хорошо где? У нас. Ну, еще одну букву добавили, ну, ничего страшного. У нас это одно слово. У нас это одно слово? Что-что? Ну просто на физмате прощается. А, да? Ну все-таки не русский язык сдаем, да, с вами? Так, а команды думают пока что. Есть еще аббревиатура ФФМИ. Давай, давай, уже решился выходить, давай, выходи. Есть ответ? ФФМИ, хорошо, давай. Физмат фигачит много интегралов. Вот, вот, уже на что-то похоже. Супер, здорово, молодцы. У нас уже тут ритуальный танец пошел. Так, наверное, легче думается. Хотя не факт, может, они просто решили потанцевать. А, загрузка идет, я понял. Эту шутку только на физмаге поймут, да? Ну что, зрители придумали, как ФФМИ расшифровывается? Еще нет? Ну давай, ты уже второй раз выходишь, давай! Самое главное без матов. Все, какие аббревиатуры. Хорошие аббревиатуры. Мне нравятся. Есть, да? Покурсники стоят, да, вы тут типа деды, да, такие. Поближе, поближе, не стесняйтесь сюда, поближе к нам, да.
Не, нормально, еще нормально. Припекает чуть-чуть, но нормально солнце. Хорошо, давайте, дорогие друзья, следующий вопрос. Почему олимпиады проходят раз в 4 года, а сессия один раз в полгода? Почему так часто? Зачем так часто? Да. Может, зададим этот вопрос жюри? Это надо задавать вопрос Министерству образования. Есть ответ у победителей? Там просто кого-то уже зайкой называют. Ты зайка? Ты котик, да, я понял. Хорошо, давай. Смотри, почему олимпиада проходит раз в 4 года, а сессия раз в полгода? Как бы потому, что на золотую медаль можно и 4 года жить, а если сессию не провалишь, то и месяц не проживешь. Так. Ну все правильно, в принципе, все правильно. Давайте думаем, думаем, дорогие друзья. Зрители у нас тоже участвуют, я напоминаю. Давай, Настя. Отвечай. Есть ответ? Мы думаем. Вы думаете? Вы думаете еще ответ на первый вопрос? Мы компонируем, думаем, понимаешь? Вы компонируете, думаете, да? Интегралы исчисляем, да, исходные. А, я понял. Все в учебе, да? Есть, да, ответ? Хорошо, смотри. Почему олимпиада проходит раз в 4 года, а сессия каждые полгода? Ибо цим спортсменам надо 4 года, чтобы подготовиться, а нам хватает всего суток. Аплодисменты, дорогие друзья, достойный ответ. Есть, да? Хорошо. Почему олимпиада проходит раз в 4 года, а сессия каждые полгода? Потому что Зорька уже не та. Ты меня разочаровываешь, друг. Не надо так, не надо. Хорошо, дорогие друзья, все ответили команды, да, двигаемся дальше. И еще такой вопрос. Кому на физмате жить хорошо? Да, вот такой вот вопрос. Вообще всем жить хорошо? Есть ответ сразу, моментально. Досрочный ответ, да? Кому на физмате жить хорошо? Одному Богу известно. Декану, в смысле? Валерий Иванович, можно это за комплимент, за честь? Я уже бал поставил. Правда, можно сразу 5 ставить. Так, думаем, дорогие друзья. Кому на физмате жить хорошо? Еще есть ответ. Хорошо, здорово. Давай. Кому на физмате жить хорошо? Бессмертным. Опять декану или что? Второй балл. Второй балл, правильно, хорошо. Есть ответ? Ну, как обычно, да, у вас все ответы. Ну, такое. Кому на физмате жить хорошо? Мы решили и подумали, что этот человек буфетчица. Буфетчица? Буфетчица. Со всех этажей к нам ходят. С третьего, с четвертого. С первого.
Да. Ну давайте поаплодируем, да, буфетчице и нашему зайке, да, как мы его называем. Котику, да? Ну ладно, пусть будет котик. Давайте, первая команда, есть ответ? Есть, да, вытолкали девочку, хорошо. Кому на физмате жить хорошо? Ви мене зараз, наверное, уб'єте, но походу зараз іменно хорошо живеться зорьки. Вот, правильно, я аплодисменты, дорогие друзья. Первой команде и нашей зорьке. Выйди, поклонись, поклонись всем. Вот так вот. Молодец, супер. Ну и последний вопрос, как вы уже заговорили о зорьке, да? Чем его кормят? Что он такой активный? Есть ответ у тебя, да? Почему ты такой активный и чем тебя кормят? Ну, говорили, буфетчица хорошо, а я ем багеты. Багеты? Да, такие длинные. Главное, в стройке покупаешь багеты и ешь? Да, прямо так. Прямо вот с ментом вот это все, да? Все. С ценником сразу. С ценником прям? Да. И с подвесными потолками тоже вместе. Пенопласт во вообще. Пенопласт во, да. Ну так, скотч. Ну так, на закусочку, да? На любителя. И шпаклевкой закусить. И цемент. Это. И цемент. Главное цемент. Главное цемент. Все, да. Хорошо. Аплодисменты, дорогие друзья, нашей зорьке. А мы думаем еще ответ. Есть ответ? Почему зорька такая активная и чем его кормят? Такая зорька. Как ты вообще был сегодня у нас на мероприятии? Выйди, покажись, пожалуйста. Вот так вот, смотри. Что с ним не так? Что случилось с этим парнем? Это побочные эффекты от того, что он на физмат поступил? Я не понимаю просто. Матанализ переучил? Вот знаете, мне интересно, вот эта команда смеется, да, но не выходит отвечать. Главное, что им смешно, да? Они просто сюда вышли посмеяться, как бы, хорошо провести время, да? А, вы поржать вышли, хорошо. Ну видите, как от вас первокурсники так все дальше и дальше отходят. Это вы? Нет, вы на месте стоите, они все дальше и дальше от вас отходят. Боятся заразиться. Боятся заразиться? Это зараза. Опять загрузка пошла у ребят. Я понял, они поближе к шашлыку туда все так передвигать. Есть ответ, да, пожалуйста, микрофон. Почему зорька у нас такая активная и чем его кормят? Потому что он племянник буфетчицы. Дальше вопросов не надо. Все, я понял. Племянник буфетчицы, мы определились. Есть. Есть еще. Хорошо, давайте, победители. Почему зорька такая активная и чем его кормят? А вот если мы скажем, чем его кормят, то уже его выгонят, а не нас. Правильно, лучше промолчать. Все верно, все верно. А сейчас сам момент кормления зорьки. Забирай, забирай, доедай, доедай, потом доешь все. Аплодисменты, дорогие друзья, нашим замечательным командам. Давайте все вместе выйдем сюда. Это был последний вопрос. Все вместе поклонимся нашему уважаемому жюри. А мы поаплодируем нашим командам, нашим первокурсникам и нашим победителям. Но что-то, я думаю, на этом ваши победы закончатся сегодня, да? Ну, ничего страшного. Мы провожаем наших первокурсников, конечно же, туда, к зрительному залу. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Ну, мне кажется, уже такое, так сказать, боевое крещение наши первокурсники прошли, да? Ну, это еще не конец. И мы сейчас приглашаем на нашу сцену нашу замечательную ассистентку, которая сейчас будет показывать самое настоящее шоу. Дикие танцы. Дикие танцы, да? И наших первокурсников, конечно же, приглашаем. И все, кто любит танцевать, мы тоже вас приглашаем, поэтому вот сюда становитесь, пожалуйста. Вот так вот? Вот так вот, да. Вот становитесь лицом сюда к нашему жюри.
И сейчас будет происходить такой маленький флешмоб. Все знают, что такое флешмоб. Флешмоб — это когда человек показывает, а вы все за ним повторяете его движение. Вот сюда двигайтесь чуть-чуть ко мне, давайте ко мне чуть-чуть ближе, что вы там столпились. Давайте, девочки, сюда, поближе ко мне, сюда, 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 двигаемся, 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 чтобы все вас видели. Вот так вот, супер. Все готовы? Все готовы? Да. Еще раз, все готовы? Да! Дорогие друзья, поддерживаем наших ребят. Эксклюзив. Зрительский зал. Ну, здорово, здорово же, круто было, да? Давайте еще раз все вместе поаплодируем. И первокурсник, и весь физмат. Давайте громче все вместе. Вот так вот, супер. Да, студентам быть, ой, как непросто. Ну, зато как весело, вот смотри, всем же весело, да? Бывало, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе. И хочется жить и учиться, но к завтраку это проходит. У меня такое часто бывало, конечно же. Ну, а пока студенческие годы, дорогие друзья, давайте каждую минуту рассматривать, пробовать на вкус и смаковать. Каждый день смаковать то, что вы студенты, ведь это замечательные годы вашей жизни. Начиная студенческую жизнь, помните, что в университете вас принимают за взрослого человека. Ну и, дорогие друзья, сейчас у нас такая небольшая пауза, поэтому мы всех приглашаем за свои столы. Готовьте ваши столы, украшайте их как можно прекраснее. Да, уже сразу побежали. Да, да, давайте, давайте, бегите. Ну и через некоторое время наше жюри пройдет к вам за стол и определит, чей стол красивее и чей стол более насыщен и вкусный. Конечно же, мы все это попробуем, поэтому давайте там без всяких шуточек. Ну а пока небольшая музыкальная пауза. Кто хочет, может поиграть в футбол, волейбол.
кто-то продолжает жарить шашлыки, это такое дело нужное. Не жалеешь, да? Ну да. Я сначала просто думал, что, блин, как отмазаться. А вышло, ну, короче, наоборот. Есть человек? Ну, блядь, насколько можно, настолько не чистые. Там... Вот это тоже мыть? Да нет, помыть. Так, что делать, блядь, мазать? Мальчики. Показываю. Давай. Ставлю стол, я сейчас разберу. Теперь смотри. Мазать хлеб, да. Да. Ну, вилочкой мазать. Я думала, вот так вот завязать, вот треугольнички. Да, да, пошел красивее, да? Да, да, да. Треугольнички. Тебе, да, нож. Короче, давай я буду резать, а ты будешь мазать. Либо наоборот. Я не знаю, что получится. Не-не-не, это делает кто-то один вдвоем. Я занимаюсь помидорами. Помогите мне кто-то организировать. Я делаю треугольнички. Сбываешь в эти... Мальчики, разберите свои телефоны все. Рыбу можно сделать? Да. Еще есть нож? Нет? Нет, все, рот, рот вырежи побольше.
Пойдем попробуем. Подымай. Стой, найдите кто-то фотку Сома. У Сома же вот здесь вот усы. Или вот. Да, да, да. Может, тут они усы? Нет. Вы иначе карпа делаете. У карпа вот здесь вот усы. А фото. Ты измазал уже. Ну сейчас, подожди. И что, выключись. Что же сделаешь? Так, давай ты поднимай ему, а я еще фотку Сома. Да. Вроде поднять, давай. Так, надо вот здесь. Где-то вот здесь. Я тарелку просто переставлю сюда и все. Пока все на одну сторону сдвинем. Андрей, а где это? Уже выйдет. Подготовьте кто-то сетку шашлыка. Я подготовил. Да? А никто не обжарил, на шашлыке еще есть. Ну, мы ее помыли, но ее обжарили. Лук по всей дороге. У нас ничего, у нас ножа. А, да? Кстати, охеренно получилось. Прикольно. Ну, иди. Дайте салфетку еще одну. Дайте мусорку. Шашлык наполняй эту херню. Сейчас я ее приготовлю. Ну, как надувать? Ну, это вам на влево. Мы сейчас начнем нужно, ну, забить. О, да. Ну, ты там сумочка. Доброе утро, ты чего не спишь? Так я потом как-то спишу, потому что ведьму еще. Что я знаю, давай, что ты знаешь, что я знаю. Я не знаю. Ребят, можно уже к вам? А арбуз? Нет, вот арбуз пока что не все. А, ну, а, не, не спешите, не спешите, делайте. Я хорошо, можно громко потренироваться. Где? На ютубе. Так, все команды у нас, так, все команды у нас, так, все команды у нас, так, все команды. Это рыбацит, который я коцелинировал. Это часть композиции. Собака, часть композиции. И тарелка, сошу. Угадаем, да? Опять осы. Нужно на этом месте всегда осы. А, так мы сейчас с тобой садили. Да, мстя. Он всегда ждет. Давай. Я так мы. Я даже пару мне тушат желудного студента. Обгрызли верхнюю шкурку. Холодные были. А, пироты. Это все, что от него осталось. Это коровка. Одна голова. Пиранья, пиранья. Нет, ну угадали. Сом. Сом. А, точно, сом. Только его надо было вот так положить, да? Да, голова сома. Покажу, шикарно. Как на физмате, я помню. Да. Момент аж, чтобы взять. А это что, ирокез у него? Да, современный сом. Раскрываются все наши команды. А это блюдо так смотрится, как корабли. Какой-то ледовитый океан такой разъятый. И это бы вся сумка была. Да, отлично.
Отлично, прекрасно. И вот это говорится на троих, да? Да. Начало. Не сильно ли крутая закуска? Понимаете, это же для декана показать, что на троих вот только это. Мы сейчас отойдем, мы же не претендуем. Это что, сколько стола? Нет, мы предлагаем вам угоститься. Спасибо. Робот сыпь. Обдойный арбузник. А, я все понял, это голова, откуда он ирокез, от робот сыпа. Все понятно. Так это его копия. Боже, что с ним сделали? Он эволюционировал. Он просто эволюционировал. Отлично. Молодцы. Что, оценили? Ну да, да. Так, идемте дальше, посмотрим. Поехали. Да, и не перчатка, вы можете это не сотрудничать, чтобы не сотрудничать. А, мы все украли, да. Да. Позиции, да? Цуцики. Они тоже жюри. Только они потом дегустируют. Это тумба, тумба. Цветочки 121-й. Тут все команда, все полностью, вся команда. Девочки. Уж вырезал так красиво. Светлана. Художник. Чуть-чуть. Мастер и танцовщица, да, и художник. Порезалась, видите. Да ты шо? Оно того стоило. Все, кушайте. Все вообще шикарно. Да, вообще. Жалко. Да, разрезать. Хоть сфотографируйте. Обязательно на фоне сфотографируйте. Не побоялись. Был когда это. Когда опасно, может не получиться, арбуз попал. Она по времени не очень долго старается. Бородашки дома вырезала при себе максимально. Ну да, а там нам все время говорили, что здесь надо. Там была одна такая была роза красивая. Если дома, тут букет. Все, кушайте, пока голодные. Кушайте, приятного аппетита, ребята. Это полчасик. Помните, девчатка, когда уезжаете, то чтобы ни одной бумажки, она ответы вы знаете. Нам нужна салфетка. Приятного вам. Можно салфетку взять? Да нет, вообще тяжело. Наши там было слегка охраны. Да, час наш. Ну как, все нормально? Все остальные вместе. Thank you.
где-то. Уважаемые физбатовцы, я так понимаю, никто меня не услышал. Все собираемся к нам сюда и будем продолжать нашу конкурсную программу. Ведь это у нас еще не конец, еще будет много интересных и смешных конкурсов. Мы уже начинаем буквально через 30 секунд, поэтому зовите всех своих друзей и будем уже начинать, потому что время поджимает. И каждая команда должна взять себе арбуз. И полотенце. Потому что мы потом будем идти купаться, правильно, и нужно вытереться потом. Давайте быстрее, кто быстрее? Как мы начинали, так и будем продолжать. Это очень вкусная каша. Так, отходим, отходим подальше. Это специальные ингредиенты такие. Все проходим, пожалуйста, проходим. Ничего страшного, не переживайте, все будет хорошо. Вы нам нужны еще живые. Ну что ж, я так понимаю, самые главные участники и виновники этого торжества у нас есть. Первый курс. Вы готовы? Есть? Первый курс! Так, меня не все слышат, да? А ну, Зорька, давай там, организуй все. Вот так, все. Первый курс нас слышит? Да? Есть, хорошо. Так, вот к нам подтягиваются остальные ребята. Ну что ж, дорогие друзья, мы уже все сытно поели, шашлыки пожарили, кто-то выпил воды сладенькой, поиграли в футбол, волейбол, ну и пора продолжать нашу конкурсную программу, так сказать. И сразу же хотелось пригласить от каждой команды по 4 человека. Самые активные. Уже чуть-чуть больше, чем 4 идет.
Так, вот, четыре человека с одной команды, да? Алина! Ваш талисман может стоять просто рядом возле вас. Он может не участвовать, просто можешь рядом стоять и подбадривать свою команду. Есть четыре человека, да? Так, и первое задание, да, нужно принести нож. Как можно быстрее. Да, вот, молодец, давай. Давай, быстрее, быстрее. Победа! Сейчас смотрим. Давай, давай, есть, ты выиграла, ну это ничего и не значит пока что. А вот сейчас опять. Такая маленькая разминочка перед конкурсом. Ну и, конечно, сейчас нужно взять по арбузу, который вы принесли. Еще одно задание, давайте, кто быстрее. Вот, есть, все готовы? Хорошо. Так. Кладем арбуз на пол. Вы тоже. Ты можешь головой разбить, да. Но ты сначала задание послушай. Я в нем не сомневаюсь, да. Значит, смотрите. Первое ваше задание — это разрезать как можно быстрее арбуз на 20 ровных долек. Ровно на 20. Очень ровных. Мы же на физмате. Стоп, подождите, на время. От попки до головы. Вот так вот отсюда. Знаешь, что такое? Ну это ты так разомнулась чуть-чуть, да? Вот так вот, смотрите. От попки до попки, вот так вот. На 20 частей. Ни больше, ни меньше. Все, вы готовы? Давайте, друзья, аплодисменты поддержим наших участников. Аккуратней, аккуратней. Ты больше нож возьмешь? Ну давай быстрее. Еще быстрее. Еще чуть-чуть быстрее. Не, они неправильно порезали. Это им хуже. Это им хуже, да. Это вам хуже, вот парень сказал. Ну что там, ножа нет? Давай, бери любой. Вот, с двумя ножами. Но только один надо использовать. Да потом пособирает, это будет еще один конкурс. Ну ничего страшного. Одним ножом, ребята, одним ножом пальцем. Одним ножом режем. И один человек режет. Один человек. Один человек. Вот, один нож уберите. Мы нож выбираем. А, ну выбирайте, выбирайте, хорошо. Девочки уже на исходной позиции, да? Хорошо. Так, есть мусорный пакет? А у вас есть мусорный пакет? А у вас дальше мусорный пакет? Хоть не с набережной едет? Здесь он? Хорошо. Вот, есть, наконец-то готовы все. Так, все, вы готовы? Так, давайте, быстрее, быстрее. Маленький арбуз у вас такой. Так, ну что ж, давайте, на счет три, давайте поддержим аплодисментами наших участников. Давайте, и на счет три. Один, два, три. Поехали. А команды поддерживают своих сокомандников. Напоминаю, на 20 ровных частей нужно разрезать. Мы потом будем линейкой мерять, ровные они или нет. Что сделать? Есть? Не, есть, мы будем их потом. Попозже чуть-чуть. Вот, есть. На три части уже разделили. Так. Одним ножом режем. У вас тут тесак прям настоящий. Вы считаете вообще, сколько вы уже нарезали? Так, да, давайте аккуратно, чтобы был чистенький. Потому что вам их потом еще кушать. Thank you.
хотите, чтобы у вас больше не получилось? Вы поделитесь? Мне начинает нравиться этот конкурс уже. Какие-то у вас разные кусочки получаются. Ну, ничего страшного, да? Поравняете, хорошо, все будет ровно. А вот тут все аккуратно, красиво, не спеша. Настоящие профессионалы своего дела. Я вас не сомневался. Сколько у вас этих частей? Или вы не считаете? Не считаете, да? Так, нарезали, теперь можно считать. Да, ну правильно. Зачем сразу считать все? Вот у вас еще кусочек лежит. Ну а пока ребята режут арбуз, остальным остается только слюнки пускать. Ну что у вас тут? Сколько частей? Считать умеете? Вы же на физмате, здесь все умеют считать. Конечно. Вот, вас, это ничего себе. Ну, давайте поаплодируем первой команде. Сейчас я тоже посчитаю. Да это вы будете, если не я. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это может скушать. Не-не, там все нормально. 20, 20. У вас тоже 20? Давайте, считаем. 1, 2. Что это, кусочек такой маленький? Я понял. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. А, это кусочек, да, такой? Может, этот надо перерезать? Как вам такая идея? Неплохая, да, я тоже так считаю, давай. Я не могу. Давай, давай, режь. Давай, ломай. Вот так вот, аккуратненько, все правильно. Так, есть, давайте поаплодируем, дорогие друзья. Наше жюри посмотрело, кто быстрее это сделал, кто красивее, у кого красивее. Скибочки, да. Так, и теперь давайте, остается два участника. Желательно парень и девушка. Зорька, Зорька, пусть остается. У вас парни есть? Я видел, у вас с гитарой там есть, и парень хорошо поет. Хорошо, смотрите, ну, вам это все есть не надо. Кто больше? Нет, никто больше. Вам нужно съесть 5 кусочков. Выбирайте 5 кусочков. Побольше, побольше. Нет, просто 5 кусочек. Так, 5 кусочков, давайте. Давайте я вам выберу вот этот. Хорошо, давай, бери. Вот этот, конечно. Вот этот. Давай. Вот этот. Сколько это уже? 4. И вот этот маленький. Хорошо. Есть. И смотрите, что вам нужно делать. Тебе вот эти кусочки не нужно. Отдавай ему, отдавай ему. Ты будешь ей, мальчик подает девочке арбуз. Ты прячешь руки за спину и просто кушаешь. А он тебя кормит. Твой кормилец, так сказать. Как в семье. Муж зарабатывает, приносит еду, а женщина все готовит и кушает. Так, вы запомнили, какие у вас кусочки, да? И сейчас кто быстрее это все сделает? Правильно, на пол ложись, чтобы чище было. Все верно.
И давайте, дорогие друзья, под ваши аплодисменты, конечно же. Давайте поаплодируем нашим участникам. Вот так вот. А я говорил, что нужен третий участник? Держать арбузы. Таня говорила? А, пусть держит, ну хорошо. Ух, какой хороший кусочек. Ну и давайте, дорогие друзья. Как мы все уже поняли, кто быстрее скушает, да? Давайте, под ваши аплодисменты, дорогие друзья, на счет три. 1, 2, 3, поехали. Ну, ох, ничего себе, как она попросилась. Наверное, летом не кушала арбуз. Давайте, все-все, на торги сюда, давай. Все нормально? Да, хорошо. Я просто переживаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Аж через нос все идет. Кушай, кушай. Тщательно пережевывай все. Алло, ну давай быстрее. Что ты так медленно? Кушать? Ладно, ладно, все. Так, как у нас тут вообще? Только три осталось? Я видел, это вы не доели, смотри, сколько еще. Давай, кушай, кушай. Не, у вас только три, я вижу. Где? Вот, одну съел. А, это второй только, да? Хорошо. Таня, ты сидишь, чтобы здесь все нормально было, да? Дорогие друзья, может кто-то хочет арбуз, пожалуйста, подходите, берите, тут у нас много, он чистый, без ГМО, без всяких букашек, пожалуйста, пожалуйста, берите, угощайтесь, угощайтесь, давайте, кушаем, конечно же, все бесплатно, все за счет без мата, дорогие друзья. Так, мы кушаем, кушаем, не останавливаемся. Кушаем, кушаем. Ну это маленький кусочек, его можно быстро съесть. За пару укусов и все. Знаешь, я могу подсказать тебе такую хитрость, ты можешь пару раз тоже укусить, помочь. Ну чтобы никто не видел. Да, ну чтобы... О, а никто не видел, что он кусал. Не, ну тут Зорька нельзя. О, тут ничего. Мне кажется, после этого конкурса они вообще арбуз не хотят видеть и не хотят никогда его кушать. Так, все держим в себе, все в себе держим. Так, здесь уже последний кусочек. Давай, давай. Давай, 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 давай. Хватай его полностью. Здесь третий, четвертый. Ты тоже можешь покушать. Угощайся. Все, последнее. Все, наконец-то. Все, отбрасывай этот арбуз и больше не смотри на него никогда. Забирайте себе на память, да, ставь, поставите себе в комнате, как сувенирчики. Это нам, вот это можешь забирать. Не, можешь это себе забирать. Покушаешь потом дома. В общежитии или где-то живешь. Давайте поаплодируем, дорогие друзья, нашим победителям, аплодисменты! Супер! А жюри делает себе заметочки, запоминает, кто все съел быстренько. Так, дорогие друзья, ну и мы продолжаем, у нас следующий конкурс. Всем мы говорили взять каждой команде полотенце, да? Есть у вас? А ну покажите. Показываем. Очень. Вот, есть, супер. Ребята, нужно каждой команде по два полотенца. По два полотенца, да? Хорошо, смотрите. О, куда убежал так быстро? Давайте, следующий конкурс. Нам нужно по 4 человека от каждой команды. Вот, есть у нас первые участники. Еще один. Так, 4. Так, пока что здесь становимся. Давайте, первая команда, 4 человека ко мне. Давайте, вот, первая команда становится на эту сторону, а вторая на ту сторону. Пожалуйста, давайте, здесь первая, здесь вторая. Мы все можем сюда подойти, чтобы нам было ближе видно. Пожалуйста, подходим. И смотрите, что у нас сейчас будет происходить. И вам нужно его, вот смотрите, я сюда ложу вот первый шарик.
И вам нужно играть в волейбол, просто перекидывать его. Чья команда больше всего разобьет шариков или упустит на пол, та команда и проиграла. Все готово? Нет, что? Сюда? Нет, один шарик только. Но у нас их много лежит. Поэтому давайте, дорогие друзья. Ну да, пока один не упадет, мы даем еще другой шарик, и 5 туров у нас так будет происходить. Поэтому давайте, дорогие друзья, поддерживаем аплодисментами наших команд. И на счет 3 мы начинаем. Давайте, 1, 2, 3. Есть, первый словили. Давайте, ловим, ловим, все, есть. 1-0. Итак, у нас есть первый победитель. Вот, пожалуйста, 1. Ловим, ловим. Знаете, я могу вам вот подсказать такую некую тактику. Кто-то может стоять здесь впереди, а кто-то сзади. Если вдруг еще раз кто-то вас туда забросит, да? Ну так просто, да? Если у кого-то логика не работает, то я подскажу. Давайте, поехали дальше. Все. Так вон не кину, так договоритесь между собой. Давайте, 2-1 пока что. Давайте, поехали. Есть! Ну, так тоже можно, так никто не запрещал делать. Давайте, 2-2, дорогие друзья. Двигаемся дальше. Да, он не улетел, он улетел. Вот так вот, ловим. И давайте, ловим. Есть. Такая обманочка, чтобы понервничала команда. Вот так! Вот есть! 3-2! Теперь меняемся локациями. Вы переходите сюда, а вы сюда переходите. И двигаемся дальше. Так, у нас 3-2. Так, вот, пожалуйста, держите. Поехали! Держимся на ногах, не падаем. 4-2. Давайте, соберитесь. 4-2. Что? Так они же забили вам. 4-2. Давайте, ребята, соберитесь. Собрались. Все правильно. 4-3. Давайте, дорогие друзья. И бросаем. Вот так. Так тоже можно, так тоже можно. 4-4. Такая у них тактика победителей. Ловим. Вот так вот. 6-4, да, у нас? 5-4. Вот они. Я считать не умею просто. Давайте, вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Аут, дорогие друзья, аут. 5-5. Смотрите, участвуют вот эти люди. Они не играют. Что-что? Есть. 5 игр мы сыграли и поменялись. Он хотел головой поймать. Давайте. Ловим, ловим, ловим. Ай-яй-яй-яй. 6-5. Да, может, нужно поменяться. Вы как-то договоритесь между собой. Они не хотят. Давайте, уже можно бросать. Держи. Есть. Есть! 7-5, да? Давайте, а куда вы идете? Да, давайте еще играем. Есть шарики у вас, да? Давайте, 7-5, давайте, соберитесь опять. Очень много. До вечера еще играть будем. Вот так вот, обманочка.
Вот. Каждый раз, когда я говорю, что вы одни совались, вы все время выпускаете у себя на половине поля. Так, меняемся, дорогие друзья. Еще раз меняемся. 7-6. Пожалуйста, держите. Ой-ой-ой, смотрите. О-о-о! 7-7, дорогие друзья. Настоящая водная битва. Есть! Поймали! Супер! Давайте бросаем. Ай-яй-яй-яй! 8-7. Ванда? Без проблем. Есть! Есть! 8-8! Двигаемся дальше. Осталось 2 шарика, дорогие друзья. Решающие, правильно. Нет, ну это вообще... Аут, аут. Ну, конечно, у нас и такое есть. 9-8. Так, дорогие друзья, вот этот и еще последний есть у нас. 9-8, давайте. Поле, поле, мне подсказывают, что поле. 9-9. Что? 10-8. Да? Точно? Да нет. Вроде 0-0. Да мы только начали играть. 0-0. Хорошо, 9-9. Это последнее, да, у нас? Последнее, да? Последнее? Нет, еще. Нет, такое не надо. Давайте, дорогие друзья, 9-9. Равная борьба и последний решающий мяч. Есть. Давайте, соберитесь, дорогие. Вот так вот. Ну и такой вот. Аплодисменты, дорогие друзья, этой команде. Это было неравная склад. Ну, вернее, равная, конечно же. Все были в равных условиях. И возвращаемся снова к нам. На нашу сцену, так сказать. Какие команды собираются за собой, правильно? Вот так вот. Забираем, да, не оставляем здесь. Так, и хорошо, дорогие друзья, мы продолжаем дальше. И, дорогие друзья, смотрите, мы сейчас живем в мире инновационных технологий, да, все мы знаем, что такое компьютер, телефон, и хотелось бы поинтересоваться, зачем нам в жизни телефон? Кто может ответить? Для общения и связи. С теми, кто далеко. Все правильно, с теми, кто далеко, для селфи, вот, правильно. Еще какие варианты есть? Ответ искать. Позвонить. На лекции ответ искать? Может, на семинаре? Да, или на экзамене, да? Ну, вообще нельзя пользоваться таким, да? Правильно, Валерий Иванович? Можно, можно! Все, декан разрешил, можно. Ну, хорошо, дорогие друзья. Ну, еще есть такой у нас вариант, как звонить своим родителям, да? Интересоваться, как у них дела, просить денег, да, потому что закончились. Стипендия только вчера пришла, уже закончилась, уже потратили, да? И сейчас хотелось бы пригласить по 2 человека с каждой команды. Кто еще не участвовал, пожалуйста? Ты уже участвовала, да, пока что отдохни. Кто не участвовал, давайте, по 2 человека с команды. Вот, есть у нас. А первая команда у нас не участвует? Они проиграли. А я за них не участвую. Они проиграли уже? Да! Не, давай, вот, есть. Только сказали проиграли. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Смелые у нас физматовцы. И смотрите, в чем будет состоять конкурс. Суть конкурса. Вот вы, получается, дети, да? А вот мы с Таней, получается, ваши родители будем сейчас. Это ваша мама, а я ваш папа. Хорошо, да? Смотрите, суть конкурса заключается в чем? Вы должны мне сейчас позвонить
каждый из вас будет звонить и попросить у меня 1000 гривен, чтобы я вам выслал. Вы должны меня умолять, что хочешь делать. Но главное, чтобы я согласился. Понятно? На это я вам даю минуту. За минуту вы должны упросить своих родителей, чтобы они выслали вам 1000 гривен. У кого-то есть секундомер, чтобы засечь время? Да, есть! Есть? Все, вы готовы, хорошо. Давай сначала, ну какая команда начнет? Давай, хорошо, первая. Твои дети, хорошо, смотрите. Вы по очереди каждому даю по минуте. Вы должны позвонить своей маме и попросить ее передать вам 1000 гривен. Дайте им подумать пару. Придумать, да, что хочешь говорить. Да, вот, секундомер у нас, будем называть тебя так. Я даю тебе микрофон, ты засекаешь. На счет три она начинает звонить. Ты готова? 1, 2, 3. Алло, мамочка, привет. А ты сможешь мне выслать 1000 гривен? Почему? Нет, сейчас денег. А нужно сдать до завтрашнего дня. Стипендию получаешь. Так еще стипендия не пришла. Пришла уже. Да нет. Так там 1000 нет. Кстати, у нас такая ситуация, все прислали, а мне нет. Как так? Не может быть такого. Может. Иди в банк разберись. Вообще звони папе, я ничего не решаю. У нас он зарабатывает. Мама, ну это твоя дочка, ну тебе одна. И его такая же дочь, как и моя. Как мамочка, ты должна меня понимать, как никто другой. Я понимаю, папа типа, должен надо снимать денег, звони папе. Я папе номер забыла. А почему нет? Ну, одолжи у кого-то, у тебя что, не у кого? У тебя подруг куча. Меня они будут уламывать, да, папу. Нет, пусть мальчик уламывает папу, я не смогу противостоять. Нет, давай. Равные условия, хорошо, давай. Ты готов? Подготовь. Учись на ошибках. Ты понял? Давай. Ну, не прокатывает. 3. Мам, я в больнице, срочно нужны деньги. Что же делать? Нужны деньги, срочно я умираю. Она крестная мама, пойдет. Срочно. Сынок, я знаю, что ты в общежитии сидишь, не нужно мне вешать лапшу на уши. Ну если и так. Сейчас есть куча вариантов подработки для студентов. Я за день 1000 не заработаю. Есть 2-3. Мне надо срочно 1000 гривен, я влетел в деньги, все. Убьет мама, я счетчик поставил. Нет, не Катя. Сынок, у меня нет денег. Присадили, я умираю, сейчас застрелят просто. Катя, мама, тебе просто все равно на своего сына? Мне не нравится твой вариант. Ты сказал бы мне честно, мам, мне нужны деньги, чтобы сводить девушку в кино, на свидание. Так я реально умираю. Аплодисменты, дорогие друзья. По-моему, у него неплохо получилось, да? Ну, мама и станет такая себе получится, если честно, я вам скажу, да? Сына убивает, летел на деньги, она, ты мне вообще не сын, да иди работай. Хорошо, давай, Таня, микрофон следующей команде. В общем, вы суть поняли, да? На 3, да, хорошо. На 1000 гривен ты должен меня развести. Меня. Я твой отец. Ну, я вот такой вот. Такая у нас семья. Странная. Один папа и два сына. Без мамы живем. Так, все, хорошо, давай. Ты готов? Микрофон включи. А, готов. Супер, давай. 1, 2. Подожди, жду. 30 секунд. Минута. Минута тебе. Давай, 1, 2, 3. Алло. Алло. Пап, привет, тут такое дело, короче. Это кто? Это сын твой любимый. Один из любимых. Сережа? Нет. Артур? Нет. Ваня? Гена. Кто? Гена. Да умоляй его уже. Давай. Крокодил? Ну, короче, я тут окно, короче, разбил. Не верю, мне надо заплатить 1000 гривен. Что это за окна у вас такие? Золотые? И окна, вот. Ну, надо, блин, заплатить и все. Ну, это 500. 1000 гривен? А, у нас арбузник, короче, надо еще 500. Так я ты на арбузнике? Универ такой, я не в курсе вообще. Какой это такой универ? Ну, спроси, позвони, я тебе серьезно. Ты же в ПТУ поступал. Какое ПТУ? Папа, на я острове. Не учусь, я слесарем. Я тебе дал денег, чтобы ты поступил в ПТУ на слесаря. Дело в том, что я не поступил. Не поступил? Да. А в университет поступил? Ну, просто дай денег и все, ты же хороший отец. Я очень хороший отец. Ну, все. Я тебе 2 дня... Вот так вот.
Аплодисменты, дорогие друзья. Они не выбросили, у них мама очень строгая. Молодец, да, у тебя хорошо получалось. Ты готов? Давай. Один, два, три. Алло, да, пап, тут мне надо, нужно 500 гривен сдать, нужно 300 в общагу сдать и 200 мне надо неделю пожить. Я тебе 2 дня назад давал 2000 гривен. Где ты их делал? Ты мне не давал. В смысле, я тебе ничего не давал? У тебя 2 сына вообще-то. Я знаю. Не перепутай. Я не путаю. Ты мне давал. Это Гена? Это Миша. Миша? У меня нет сына Миши. У тебя нет сына Миши. Это Никола. Никола? Да. Тесла? Ну, в общем, ты мне дашь деньги? Ну, пока что неубедительно. На что тебе нужны деньги? Скажи мне честно. Мне нужно в универ 500 гривен. Зачем? На тёлок мне надо деньги. Ага. 1000 гривен дашь мне? Много тёлок? Да. Сколько? 10. Нормально, мне нравится. По 100 на каждую? Тебя возьму с собой. Да это мало. Тебя возьму. И меня возьмёшь? Тебя возьму. Ну, я беру в 5000 и выезжаю. Всё, выезжаю. Хорошо. Аплодисменты, дорогие друзья. Молодец, парень. Давай, запиши мой номер, потом позвонишь мне. Я буду ждать звонка. Давайте аплодисменты, дорогие друзья, нашим участникам. Они такие молодцы. Хорошо выпрашивают деньги. Мне очень понравилось. Особенно последний участник. Так, ну, дорогие друзья, так, наше жюри делает себе отметочки, запоминает. И последний конкурс у нас. Нужно по 3 участника с команды. Давайте, самые активные, даже те, кто участвовал. По 3 человека. Так, вот, становитесь. Давайте, 3 участника. Не бойтесь, все будет хорошо. Вот так, вот супер. Так, становитесь, давайте чуть подальше отойдем. Вот сюда, вот у нас линия такая есть. Становитесь друг за другом. Вот так вот. Да, друг за другом становитесь. И мне еще нужно 2 участника со старших курсов. Кто хочет? Можно я еще? Ужас какой. Давай, пожалуйста, иди. И ты, хорошо, давай, становись напротив. Давай, ты напротив своей команды. Нет, нет, вот здесь, иди сюда. Давай, ты напротив. Давай, ты будешь за них, да? Там девочек больше просто. Давай, вот сюда, идите вы сюда, сюда. Давай, иди сюда. Становись, вот здесь. Дальше, дальше, дальше. Вот здесь. Давай, ты тоже иди сюда. В очках, в свитере. Давай, сюда. Ближе. Еще. Нео, давай ко мне. Еще ближе. Я здесь. Сними очки, я здесь. Еще. Еще. На меня. На меня. Давай, еще. На меня. На меня. С тобой все хорошо? У тебя глаза красные. На сварку смотрел? Хорошо, я понял. Смотрите, в чем будет заключаться суть конкурса? Ну, вы уже, я так думаю, поняли, да? Нет. Одеваем на голову и бегаем вокруг здесь, вот так вот. Нет, хорошо, смотрите. Вот так вот. Залезаем сюда. В эти пакеты, да. Вот так вот. Ну, ничего страшного. Стипендия тоже не очень большая. Так. Смотрите. И вот. Нет, вот так вот. Держим ручками. Держим. Не так просто, да. И по очереди. Ты вот так вот начинаешь прыгать, как зайчик. Да-да-да-да. Ну все, подожди, все, разогнался. И вокруг него должен вот так вот прыгать вот сюда. И назад, и передать эстафету. И чья команда первая выполнит это задание? Поддержим наших команд. О, все, дайте ему новый пакет. Есть у нас новый пакет? Давайте, побыстрее, пожалуйста, Анастасия. Quickly, quickly. Аккуратно, аккуратно. Давай мне, давай. Люблю собирать рваные пакеты. Так, давай, готовимся. Настя, дай первому тоже голубой, пусть фора тоже. Он с ручками. Так, готовимся, все, готовы. Да что ж такое? Давай, помогай парням. Вот так вот. Залезаем. И на счет 3. Давайте, дорогие друзья, все готовы? Давайте. 1, 2, 3. Поехали. Держим, держим пакетик руками. Держим руками пакетик. А мы поддерживаем наших однокурсников.
наших студентов. Держим, держим. Давайте, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Вот так вот здесь. Держим руками так. Держим руками. Так, залезай полностью, сделай. Что такое? Я не помню. Хорошо, правильно. Зачем мы тут прыгаем? Конкурс. Все хорошо? Очень отлично. Очень отлично? Прям очень? Я очень рад за тебя. Этот конкурс был ради тебя. Я тебя поздравляю. Ты молодец. Ты был лучшим. Давайте поаплодируем этому молодому человеку. Ну и, конечно же, тебе. Я не могу тебя оставить без внимания. Ты молодец. Давайте провожаем нашей команды к себе на место. Под аплодисменты, конечно же, дорогие друзья. Ну и на этом наша конкурсная программа закончилась. Давайте поаплодируем. Сегодня был такой замечательный день. Все молодцы, все супер подготовились. Очень было круто. Давайте, друзья, громче поаплодируем все вместе друг другу. А, да? Считается? Хорошо, без проблем. Это не последний конкурс. Забыли, что я только что говорил, друзья. Сейчас хотелось бы пригласить абсолютно всех участников каждой команды. Все, абсолютно все становятся. Давайте, вторая команда вот сюда возле меня и первая возле Тани. И все снова становимся в шеренгу друг за другом. Вот тут подальше, вот здесь сюда. Вы выиграете, без проблем, я только за вас. Вот так вот. За вас тоже, я вас тоже обожаю, люблю, целую. Так, все готовы? И мне нужно два человека со Студрады. Нет, сейчас Валерий Иванович, Ирина Евгеньевна. Они отказались. Они отказались, хорошо. Как это отказались? Вот. Валерий Иванович, давайте поаплодируем. Отлично. Вот так вот. Валерий Иванович здесь. Давай, не так близко, Валерий Иванович, давайте чуть-чуть дальше отойдем. Вот так вот, вот здесь, да. И, да, давайте, пожалуйста, наши ассистенты, помогите нам. В чем будет заключаться суть этого конкурса? Ну, это не так сказать, как конкурс, это просто такое сладкое завершение сегодняшнего дня. Кашу кушаем руками. Она очень сладкая. Она сладкая своей студенческой непревзойденностью. Это, знаете, непростая каша. Это, если вы съедите всю эту кашу быстрее, то вы зайдите все сессии, останетесь на стипендии, у вас будет красный диплом, и, в общем, все поблажки будут только вам. Руками, да, по одной порции только, не все сразу. Ну, конечно, что ты хотел всю сразу съесть? Оставь своим друзьям. Ты. Они что же хотят ее попробовать? Ребята, руками кушаем кашу, руками. Вот так, рукой взяла, в рот и побежала, да. Конечно. Ну, если все не успеете, то можно по второму кругу бежать. Пока не сидите. Одной рукой, одну порцию. Итак, вы готовы, да? Все готовы? Да. Давайте громче. Готовы? Да. Вот так вот. Давайте. Один, два, три. Поехали. Ой-ой-ой. Так, не разбрасывай, потом будешь собирать это все с полу. Аккуратно, аккуратно. Давайте, аккуратно, аккуратно, не разбрасываем. Все в рот, все должно в рот попасть. Побольше, побольше. Так, все по очереди, по очереди. Кушаем, кушаем, дорогие друзья, кушаем. Наслаждайся. Давай, Зонька, давай. Давай еще, вот так, молодец. Супер, давай, и тарелку отбирай себе. Вот так вот. Он все съест. Все есть. Аплодисменты, дорогие друзья. Очень вкусная каша. Что-что? Дружба? Дружба. Хорошо. Дайте воды. Вкусная? А нет, в этом и суть конкурса. Воды нельзя пить. Только с речки. Побежал сразу, да? У тебя там уже бутылка стоит. Хорошо. Давайте поаплодируем, дорогие друзья, нашим первокурсникам за то, что они попробовали кашу, настоящую кашу с физмата, которую готовил сам Валерий Иванович. Конечно, да. Его надо ехать. По-моему, без него. Мне команда самая лучшая.
почувствовали этот вкус нашей самой любимой каши, которой мы кормим всех первокурсников. Я тоже ее кушал, живой до сих пор, все нормально. Ну а сейчас небольшой сюрприз специально для наших первокурсников от нашей студрали, так сказать. Поэтому давайте, первокурсники, под ваши аплодисменты приветствуем нашу всеми уважаемую и любимую студраду. Давайте громче, громче, друзья. Мы приглашаем вас на сцену. Вот прям Джон Леннон прямо идет с собственной персоной. Да, давайте, дорогие друзья, поехали. Подойди на сцену все! А первый курс пока хлопает! Если первый курс знает слова, то тоже... Святом вітаю вас я, також вітаю вас наша голова студради, яка має честь вам сказати. Перший курс, ви всі були дуже чудові, ви нам дуже сподобалися. Давайте ми вас нагороджуємо за особливі номінації, в яких ви були найпершими, можна сказати. Тому вітаємо. А зараз запрошую вас до слова Євгенія Вікторовна та Валерія Івановича. Ой, Євгенія, вибачте, будь ласка! Ребятки, мы очень рады вас сегодня видеть. Вы очень хорошо выступили. Мы очень рады, что у нас к нам пришли такие новые силы. Вот. Хорошие все и математики, и информатики, и программные инженеры, и экономические кибернетики. Прекрасные наши студенты и хорошие таланты. Жалко, вот мальчик еще как-то это самое, как-то так он в стороне, надеюсь, будет тоже на физмате. Спасибо большое за хорошее настроение, за чудесное проведенное время вместе с вами. Сейчас ребятки объявят вам, Валерий Иванович, вам пару слов. Вот, и объявят. Я надеюсь, вы поняли, что сессия уже сдана. Все, кто приехали, вы в следующем году на стипендию. Как говорят, обращайтесь. Скажем так, вы уже стали практически студентами. Еще одна сессия, и вы уже настоящие студенты. Будет все в порядке.
Вы уже увидели талантами, вы очень богаты, все нормально. Будете, и у нас же будет дебют, да? Да. Дебют, мы уже знаем, кто будет выступать на дебюте, мы уже знаем, кто пойдет на малую волну. Короче, таланты есть. Все. Не, ну главное, чтобы он сцену не проломил, когда будет прыгать. Молодцы, молодцы. Таланты есть. Спасибо вам за этот день. Вы чувствуете, что и отдохнули хорошо, и познакомились друг с другом, да? Прекрасно. Ну, а в принципе, если понравится, можно еще раз, может быть, даже дискотека, да? Почему нет? Почему нет? Подумайте, подумайте. Ну, это от вас зависит. Это от вас зависит. Удачи, благополучия. Я думаю, даже если сейчас объявят главного победителя, вы победители. Сегодня первый курс победитель полностью все. Кто танцевал, спел, прыгал, волейбол играл, футбол играл, спасибо вам за все. Так, ребята. Вы все были очень прекрасны, вам сказали это каждый, грубо говоря, член жюри нашего мероприятия. Но мы хотим отметить такие номинации, как «Песня» и «Вырезание из арбуза», команду «Исключение из правил». Прошу ваших членов команды, представителей, подойти к нам и получить приз. Не хотите сладкий приз, что-то медленно идете? Также мы бы хотели отметить такую номинацию, как «Сценка» с нашей Зорькой. Нам очень понравился тот танец, который вы исполняли. Получайте свой сладкий приз. Ну, я думаю, после нашей супер вкусной каши этот приз вам будет весьма вкусный. Мы сделаем хорошего ничья. Будем вместе в следующем году готовить для следующего первого курса кашу. Мы вам передадим рецепт. Так что готовьтесь. Да, у вас еще молодая волна впереди, не переживайте. Ну, также первое место у нас заняла наша команда «Исключение из правил». Поздравляем. А гран-при и кубок наш... Как он у нас называется? Золотой интеграл у нас получает команда Рапоципы. Поздравляем наших победителей. Ну, на самом деле, вторая команда, не расстраивайтесь, у вас был маленький отрыв. Я думаю, давайте, радуйтесь. Кубок, можно сказать, общий, ребята. Он все равно у нас потом хранится у Валерия Ивановича. И на арбузник в следующем году все равно едут все факультеты. Поэтому давайте радуемся нашему мероприятию и приглашаем вас уже сразу на следующий год к нам. Что ты не вышел? Дорогие друзья, основная часть нашего арбузника, к сожалению, уже завершена. А сейчас все просто отдыхаем, веселимся, наслаждаемся хорошей музыкой. И продолжаем весело и с пользой проводить время. Спасибо.
Я вижу потенциал. Да мне бы еще идет. Я про одежду будет. Ну, все едут чем-то. Мне нужна твоя одежда. Мне нужна твоя одежда. Смотрите, вот мы остаемся, мы в 4 часа уезжаем, и мы идем гулять. Есть желание поднять? Мы вас подождем на другой стороне. Ну мы просто идем гулять, я не знаю, просто пойдем погулять по Кейсону, парим, по городу, по месяцу, по разу. Есть желание, у нас вот я вижу, что есть. Вы остаетесь? Мы вообще в корабле. Наш Титаник уже отходит. Ребята, вон. Тём ещё только в ходы. Всё равно сгорит огромный серенец, порвать не может сердца или нет. Борей, иди ко мне. Всё равно сгорит. Борей, иди ко мне. Деревенька. Мы идём так, чтобы приехать. Снова небо пролетаю. Yeah.
Давай. Все, короче, да? Да. Все уже конечное.